Друзья, всем привет, добро пожаловать на канал Завода, меня зовут Дима, и мы продолжаем проходить с вами Киберпанк 2077. Итак, закончился у нас карнавал, и мы продолжаем. Был ожесточенный бой, был очень прикольный баг, который нам помог убить супер-мега-сильного противника. Так, здесь есть вуду-карта, но она, скорее всего, на улице. Ладно, нам нужно на... третий этаж, насколько я помню. Мы встречаемся с Такаймура. Где ты спрятался? Вот. Надо постучать один раз, три раза, четыре раза, по-моему. Заходи. Ага. Только побыстрее. Да зашел. Я боялся, что тебя схватили. Блять. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханака Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай. И четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Блять, опять сбой начинается. Да что ж такое-то? Но. Ханако-сама, карига рейну джинбуцу дес. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я был в Кампеке Плаза в тот вечер, когда убили Сабура Арасаку. Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете, я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь... этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сама, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ну, помогай, плиз. Ханако-сама. Ну чё ты молчишь, алё? Ты слышал? Чё это такое? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Блядь, нихуя себе, ебать! Да что такое-то? Блядь, да он нормальный чел, вроде искренне, пытается помочь. Где он? Блядь, тут все завалено, ладно. Другого варианта нету. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сколько их. Так, я думаю, стоит... снять глушитель, он нам не нужен. Нас уже заметили. Так, как его снимаем? Цель ранена! Быстро, быстро! Да что такое-то, блядь? Ладненько. Попытка номер два.
Это была разминочная, если что. Чтобы понять, какая обстановочка тут вокруг, все дела. Пригнись и смотри в оба. Они в коридоре. Блин, красный вообще отвлекает и мешает. Так, вот он. Так, там двое, трогать не будем. Так, здесь один ушел, да? Блять, ладно. Крысу тут не вариант, насколько я понял. Снимаем, значит. Так, хилимся, живем. Так, я не могу выйти. Так, сразу все по пути подбираем, не забываем ничего. Мало ли, вдруг что-то вкусное будет. Так, где ж ты? Так, минус. Так, нет, сюда не выйти. Блин, нам надо на свет. Красный свет просто бесит. Так, выходим. Так, ух ты! Быстро! Так, минус. Ух, наконец-таки улица. Так, а это что у нас? Так, ладно, это не трогаем. Хрень. Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Да почему? Мы всех победим, ты что? О. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Некоторое время спустя, значит. Нет, серьезно. Кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ебаного ничего? Я скажу... Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Да-да, ныть запарил уже. Видишь, как роли поменялись. Джонни, твою и мать! Нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Блин, слышишь? А он все-таки умер, да, получается? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. Ну кто там? Вон кто-то идет. И ни звука. У меня послание. Подожди. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора встать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель? Или все-таки откроешь? Блять. У меня оружие. Так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блять. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Дерьмо. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется.
Что начнется? Ой, трусы видно ее, розовые. Это кукла. Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Юринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности. Оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Так а кто знает-то? Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Так, еще да, мне Альт поведала инфу. Мне удалось связаться с Альт Каннингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Че, все, что ли? Ну ладно, давай, кисуль. Знаешь, пока. Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна, ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. И что это, блядь, значит? Так, встретиться... Она... Что? Давай поговорим. Ну как? Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Чему? Блять! Ой-ой, а откуда у меня рука такая? Я что-то не пойму.
Тони! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Блять, пиздец приходит неожиданно. Джонни. Так, он таблетку дал мне. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. У тебя в руке был псевдоэндотрезин. Понимаешь, без него в этом теле жить немного тяжеловато. У меня было чувство, что твое спящее «я» старается от меня избавиться. Пришлось с ним побороться. Блять, да что такое, блять? Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Да ёпарасоте, что ж так шатает-то, алё? Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Чё стали? Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Вот тут? Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Блин. В смысле закрою тебя от пули? Вообще-то ты это я, блять. Тупой вопрос. Идиотский вопрос. Да или нет? Да, да, закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханака? А чё, нет-то? Они китайцы очень такие, слово прям держат. Если она сказала помочь, то значит поможет. Нас ну, не связывают как, общие цели. Да. Слушай, делай, как тебе кажется правильно. Ты здесь босс. У меня только одна просьба. Какая? Адам Смешер. Тот хуй, который меня убил. Что бы со мной ни случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. Ну, блять, там дядька здоровый, я даже не знаю, смогу его убить или нет. Пойдем уже отсюда. Ага, хорошо. И я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Бестия? Та самая? Так, а чё, я здесь больше ничего не могу взять? Блин, обидненько. Так, давайте комнату рассмотрим. Может,
Тут что-то есть интересное. Так, посмотреть в зеркало можно. Ага, а я еще я. Это хорошо. Так, так, так. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Блять, как-то... Блин. Подозрительно. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу Бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада, решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Так, ну ладно, отдам Хорошо. Тело. Хер с тобой. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. На самом деле меня... Ты Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня. На самом деле меня напрягает то, что он говорит о моем теле, как о своем. Чуть-чуть как-то странно и стрёмно. Типа, отвези меня. Что значит отвези меня? Я это я, а ты это ты. Да ладно. Сейчас быстро отправимся. Нам нужно быстрое перемещение, вот оно. И теперь едем к бестии. Так, встретиться Ханака в углях. Так, я не понял. А где бестия? Добраться до посмертия, вот. Вот давайте сначала до бестии сходим, ее позовем, все-таки обещали. А потом уже к Ханака отправимся. Ну, вот, хорошо. Блин, ну припадки, конечно, жесткие, они все сильнее и сильнее. И прям провалы в памяти. Это очень странно. Было бы, на самом деле, прикольно, если бы типа я, ну... Сильверхенд завладевает моим телом. Он управляет им. А я, получается, как на месте Сильверхенда, просто могу наблюдать и все. Что происходит. Не смогу. У меня скоро... Здорово, дядь. Давно не виделись. Ты как? Готов? Бестия должна уже сейчас прийти. Да, готов. Окей. Я готов. Что-то забыл? Ой-ой-ой. Какой-то другой. Прическу сменил, нет? Блять, как хорошо вернуться. Мне казалось, ты и не уходил. Что будешь пить? Так, блюгас, это что такое? Вот это. Блюглаз. Это получается, мы играем сейчас за Сильверхенда, он в нашем теле. Повтори мне. Сделаем. Что ты там кидаешь таблеточку какую-то? Можно и начинать. Так.
Да сколько можно пить-то, алё? Хорош, братан, блин. Ой-ой-ой-ой. Знаешь, что мне сейчас нужно? Оно есть в меню? Информация. Кассиус Райдер. Не знаешь, еще жив? Который татуировщик? Давно тут не показывался. Можешь сам пойти проверить. У него мастерская в Уотсоне на Першинг-стрит. Блять, сколько можно пить? Ну так что делаем? Козла или ту, другую? Так, какого козла, блять? Что за хуйня, ебать? Давай козла, похуй. Козла. Он больше в моем стиле. Он будет в восторге. Уж наверняка. Джеремайя Грейсон. Он вроде работает на Смешера. Но я тебе этого не говорил. Да я тебя вообще не знаю. Да, кое-что общее у нас с ним все-таки было. Руби Коллинз. Сначала я ее трахал, а потом Грейсон. О-о-о, Сильверхенд пошел развлекаться, значит. На перегонки, что ли, пьем? Я выиграла! Какой руке? Так, так, так. Правую. Чего? Есть кое-что получше. Эй, это ты, Руби? А ты что, обо мне слышал? Поехали. Расскажу, что именно. А ты покажешь, врут или нет. Только сейчас разберусь тут кое с чем. Блять, заебись, блядь. Ой-ой-ой, фу-фу-фу-фу-фу, блядь. Тебя на улице. Заждался меня? Предлагаю поехать ко мне. Блять, пиздец. И Бадин, короче, развлекается, блять, по-жесткому. Блин. Я думала, мы умрем. Руби. Наверное, я позвоню. Позвоню. Руби, соберись. Мне надо поговорить с Грейсом.
Так, это адрес, да, насколько я понял? Привет, Найт Сити. Ви. Ты всегда с утра кровью хорошишь? Пожалуйста, давай не будем про это. Окей. Я еще при первой встрече подумала, что кого-то ты мне напоминаешь. Не гони, тебе Джонни рассказал. Ты не слишком удивлена? Вчера уже успела поудивляться. Только ты, похоже, ничего не помнишь. Ну, какую-то часть помню. Слава богу, не все. Он позвонил мне утром. Я, конечно, решила, что это ты. Подумала, какой милый мальчик. Жалко, что так быстро слетел с катушек. И что, приехала посмотреть? Просто из интереса? Ага. И встретила Джонни Сильверхенда. Он рассказал тебе про Смешера? Да. Я не знала, что он вернулся в Найт-Сити. Джонни узнал, кто на него выведет. Погоди. Грейсон? Джеремайя Грейсон работает на Смешера. Джонни вытянул инфу из какой-то стриптизерши, не спрашивай как. Эбуники. Вот и вся инфа. Я посмотрю, что с ней можно сделать. Скоро мы доберемся до этого мудилы. Я могу чем-то помочь? В таком состоянии? Нет, не можешь. Позвоню, когда что-нибудь узнаю. Окей. Надо же, этот мудак сидит у тебя в голове. Да-да, я страдаю. Все, хорош. Нагулялся, ебать, жеребец. Ты напиздел мне. Сказал, что только поговоришь с бестией. Так я и поговорил. А стриптизерша, драка в эмпатии, татуировка? Это все части плана. Я должен был предъявить бестии что-то конкретное. Эбуники? Инфа по Грейсону, который может дать инфу по Смешеру? Инфа об инфе. Это конкретно? Бестии этого хватило. Заканчивай ныть и дельтуем отсюда. Так, ждем, пока нам бестия наберет. Ну окей, а пока я думаю, стоит сходить и где-нибудь меня прогуляться. Туда, где ты можешь наблевать на ковер, у тебя за это... Так что нехер выпендриваться. Блять, а чё за полоска у меня появилась? Чё это за хрень? Интересно. Так, ладненько, ну, будем ждать, пока наберет бестия.